Здравствуйте. Видео подготовлено сайтом online.gdz.net, номер 49. Отметьте в тетради точку О. Давайте отметим. Точка О. Постройте две окружности с центром в этой точке. Первую радиусом 2 см. Построим окружность радиусом 2 см и с центром в точке О. И вторую окружность с тем же самым центром О, но радиусом 3 см. И закрасим любым цветным карандашом область, которая расположена между этими окружностями. Закрашенную получившуюся фигуру можно назвать кольцом. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео.